попробую вам там мартышку шить приблизить. Точнее, оно приблизится. Просто успею ли я? Видите, стоит КамАЗ. Не видно. В общем, это в соседнем доме живут. Ну, они командировочные, наверное, ребята. Все, он убрал пакет. В общем, они здесь ставят вот свои КамАЗы. Не русские ребята, по-моему. Сейчас скажу. Правильно мысль подберу. А то обижу кого-нибудь нечаянно. Блин, как? Мужа нет подсказать. Ну, чеченцы, что ли. Похожи на них, потому что. И регион у них на ихних машинах 0,065 или 0,5. Что-то сейчас посмотрим, если стоит машина ихняя. В общем, они вот в соседнем доме живут. И вот здесь ставят свои рабочие машины напротив домов. И всегда за собой убирают весь мусор. Ну, то есть, что-то там делают чуть-чуть с машинкой, со своей, с рабочей. И всегда так тихо себя ведут. Их никогда не слышно, не видно. Это я к чему говорю, да? В том году в этой же квартире жили другие командировочные русские. И постоянно бутылки бросали. В общем, где жили, там и срали. Простите меня за выражение, да? А эти, я вот сколько дней за ними наблюдаю, еще один КамАЗ они здесь ставят, и всегда за собой весь мусор убирают. Так вот этот убрал не только за собой, он обошел вокруг территорию с пакетом, я поздно камеру взяла, и собрал вокруг там весь мусор, все бутылки какие-то, все-все-все. Представляете, вот насколько, да, отличается народ. Ну, одна нация, да, от других. Вон машинка ихняя стоит. По-моему, там 95-й регион. Ну, 95-й, 05-й, это, по-моему, все одно и то же, да? Нет? И вот они вот здесь вот в соседнем доме живут. В том году здесь жили другие ребята с другого региона. Ну, на вид русской национальности, да, скажу вот так. А вот эти вот, ну, видно, что чеченцы, по-моему, ребят. Всегда за собой убирают. Всегда чисто, всегда все вот... Я просто удивляюсь, да, насколько отличаются люди по нации. Вот меня прямо это удивляет. Они здесь у нас ведут другую дорогу. Ну, ложат другую дорогу, или как сказать. Я как это, шишига. Это все еще 9 мая, я еще все без настроения. Где там плюшечка? Пойдемте мы Мартюшечку, плюшечку посмотрим. Мамина жайка. Где ты? Мамина зайка. Покушала, сидит, грустит. Да где, говорит, моя Кристина? Ну, где? А Кристина ушла на День Победы. В центр города. Я не поеду. Ой, кто-то с флагом проехал. Какие молодцы. Я не поеду никуда. Не хочу. Муж у меня в комнате телевизор смотрит. А я сижу. Пришла такая чайку попить, ё-моё. Я как-то себя, знаете, я вам скажу, хреновенько чувствую. Вот здесь мед себе наделала. Чаю горячего налила. Вот. Идем пить чай с медом, да, Мартюш? У меня как-то мерзнут сегодня целый день ноги. Либо это из-за того, что холодно на улице. У нас так холодно, что даже снег сегодня срывался. Снег, град. Это жестоко вообще. Ой, нос чешется что-то, к чему бы это. В общем, сижу в интернете, как обычно. То монтирую видео, то еще что-то. Так много хотела сегодня поделать. Ничего не хочется в такой холод. Даже носки теплые сегодня одевала. Сама не мерзну, ноги мерзнут. Очень холодно. Прибавила отопление.
Девчат, может, картинка у видео будет периодически меняться, потому что мы еще настраиваем камеру, потом я монтирую, загружаю, смотрю, как оно будет в соцсетях все это дело выглядеть. Поэтому когда-нибудь картинка наладится. И будет лучше видно. Все, я надеюсь. Но я учусь, не забывайте. Я юный блогер. Ой, откуда же в том году-то были? По-моему, я с ними ругалась в том году. Ругалась вот из-за того, что они прям вот здесь вот, там же моя машина тоже рядом стоит. И они также ставили машины здесь. Пришел, сел рядышком. И пили там какие-то напитки, бутылки. И все это дело бросали. Прям там кустики у нас такие красивые стоят летом. Все это бросали под эти кусты. И я с ними один раз так хорошо сцепилась. Все перестали бросать. Вот. А эти, ну, все культурно так делают. Прям молодцы, ребята, молодцы. Ничего не могу сказать плохого про... Ну, муж сказал, что, скорее всего, чеченцы. Или как правильно сказать, чтобы не обидеть? Может, это обидно, я говорю, не знаю. Но они все с бородами. Для меня они все на одно лицо, правда. Наверное, так же, как и мы для них. Ну, вот... Как сказать... Ну, такой внешности, как я. Я не знаю, как нас различить по-другому. Думаю, вы меня поняли. Я вообще неправильная какая-то человека. Ой. Охранник мой сидит. А? Охранник? Маме ноги греешь? Да? Ой, хорошо. Липота. Горло побаливает. Опять так же, как вот несколько месяцев назад. Сейчас, наверное, пойду полоскать содой. Сейчас попила чаю с медом. Надо было наоборот. А потому что вот опять какая-то грустилка, тоска нападает из-за этой погоды. Блин, в лес хочу. Делами заниматься. Угу. Мартюша хочет, а мама не берет. Да? Мамин джойк. Скажи, я тоже хочу, а мама не берет. Да. Ой, волос Мартюшиных дома... Ну, что поделаешь? И робот не справляется. Девочки, видите мою вот эту осьминожку? В разные стороны корнюхи. Как же долго я ждала от нее цветоноса. И не поверите, сейчас покажу. Не знаю, как это сделать, чтобы не сломать ее. Видите? Сейчас, погодите. Вот он. Видно вам? Ну, блин. Наверное, не видно. В общем, вот он. И шейка, уже клювик видно. И шейка припухшая так, что такое ощущение, как будто там рядом еще что-то вылазит. Офигеть. Вот это моя... Ой, красотулька. Всего лишь переставила ее чуть-чуть на другое место. Вон у нас какие корнюхи, лапочки, заюшки. Шмукодявка разрослась, и зря не Машки. Поставлю ее обратно на окошечко, пусть стоит. Мне очень тепло, если что. Только я ничего не вижу, куда иду. Короче, я пошла в центр пешком. Но до самого центра я не дойду, потому что там
Музыка играет очень шумно. Вот, я издалека хочу поснимать салют, если у меня получится. Я в зимней куртке, представляете, в зимних балоневых штанах. И в этом. В зимних сапогах, короче. А мне пофигу. Все мои там в центре, я не пойду туда. Там очень много народу, я не люблю. Вот. Народу, конечно. Очень много, конечно. Я вам ничего отсюда не покажу, я очень далеко. Но музыку слышно. Не, ничего. Ой. Все, у меня руки затряслись. Вон там сцена. Ой. В общем, там вон сцена. Я очень далеко стою. Но так как темно, ничего не фокусирует так далеко. Но зато, я думаю, отсюда будет хорошо видно салют. Да? Да. Ждем. Там какой-то мальчик потерялся. Просит подойти на сцену. Ждем салют. Посмотрим, как я его засниму. В Лакинске уже фигачут. Слышно, потому что Лакинск вон там. Песенки поют. Где фокус? Что-то все затихло. Наверное, сейчас будет салют.
Я плачу, девчат. Я думала, не получится снять. Ура! С праздником, все мои хорошие. Вот такая я плакса, да. Это слезы радости. Еще раз вас всех с праздником.